первую очередь, потому что среди них есть и очень важные вопросы. Ксюш, ну давай тебе слово, значит. Ну, мне нужно твоего слова. Давай, я помогаю. Потому что они уже сказали вчера, и это на самом деле для меня такой ответственный момент. Сначала. Я очень благодарна всем. В первую очередь, ну, можно сказать, Кристина Сырникова, которая сказала, что время, чтобы повысить платье. Потом я пришла на собеседование к Оле Таней. Вот. Сейчас я что-то устала, ну, встречать гостей, потому что это такое непредвиденное знакомство, я не знаю, кто приходит, и меня немножко это морально как бы расшатывает. Хотя я люблю людей, и мне интересно общаться с новыми людьми. Вот. Но сейчас, наверное, теперь, когда я пришла приходить к вам в гости, сюда, в Шарблат, чтобы знать, кто здесь есть, и, в общем, я пойду, ну, читать книжки про монстров, там все такое. И буду приходить в гости. Чуваки, я чуть побольше. Ну, если бы там берет больше, я не расскажу.